Когда в Великом Устюге будут ремонтировать и строить новые тротуары? Раньше программа у нас по строительству тротуаров была рабочая, но несколько лет назад все эти программы были заморожены ввиду недостатка денежных средств. На сегодня, уже с этого года, депутатами было принято решение о том, что программы должны работать. Мы программы эти почти все запустили, они все работают. То есть мы ставим задачу, чтобы те объекты, которые раньше в программах были, они все были выполнены. К сожалению, кредиторская задолженность, которая на сегодня очень большая у администрации города Великий Устюг, не позволяет, да, запустить программы в полном объеме. Ставим задачу, чтобы эти программы, финансирование этих программ увеличилось дальше, да, и те объекты, которые мы людям обещали, они были построены. То есть я не говорю, что это будет сделано буквально вот там на следующий год, но мы будем стараться в эти программы вкладывать больше денег, привлекать и дополнительные средства, в том числе через программу «Народный бюджет», и строить и тротуары, и дороги, и все программы, которые у нас есть, все должны работать. Классический, спортивный, кэжуал, неважно какой стиль ты предпочитаешь. В магазине мужской одежды все для мужчин есть, качественная и современная одежда для любой ситуации. Выбери свой стиль с магазином «Все для мужчин». Адрес: улица Красная, 130А, за Сбербанком.